Здравствуйте, дорогие друзья. Вопросы в Фейсбуке каббалисту Михаилу Лайтману. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос такой. В чем тайна каббалистических уроков? Почему я не могу отказаться их слушать? Это что, гипноз какой-то? Когда человек дорастает до такого состояния, что все-таки он должен где-то как-то разобраться со своей жизнью, то ему, конечно, нужны эти беседы. То есть вы считаете, что человек этот задает себе вопрос о смысле жизни, если у него такое состояние? В принципе, да, обязательно. Вопрос о смысле жизни, он возникает ведь у маленьких детей, где-то в 5, 6, 7, 7, 8 лет там. А потом мы его задавливаем всякими этими гормонами и проблемами. Там начинается там армия или... Работа. Работа и специальность и все прочее, и не до этого. Но подсознательно он у нас сидит. То есть для чего мы живем, что мы делаем, никчемность, смысл. Каждый каббалистический урок – это так или иначе постоянный ответ на этот вопрос, да? Конечно. Да? Вся каббала, она только об этом. А что еще есть в нашей жизни, на что мы обязательно должны ответить? Вот обязательно. Если так разумно к ней подходить, то только на это. Вы все свели вот к этому вопросу. Конечно. Всю каббалу вдруг. Да. Это вот эти все тонны книг, и все мудрецы всех поколений. Ничего не надо другого, кроме как маленького ответа на этот вопрос. Все. А какой ответ? Ищи Творца. И вот тут идут тонны книг и всего прочего. Потому что они... Самый простой этот ответ, он накладывается на нашу очень запутанную природу. И пока мы ее распутываем и приходим к ответу, то проходит вся жизнь. Действительно, получается, все создано очень просто, а мы все запутали, да? Так как говорится, что Творец сделал все прямо, а человек сделал слишком много кривых путей к этому.